я тренировался здесь год назад, я провел здесь 6 месяцев, этот зал мне уже как родной. Здесь я себя чувствую как дома, здесь хорошая борьба, хорошая джиу-джитсу, грэпплинг, и поэтому я здесь хорошо себя чувствую. У меня большая семья, много маленьких детишек, они меня ждут, они ждут с победой меня. Также это просто мой путь, это путь моего сердца. Я всегда был бойцом по своему характеру, по своей силе воли. Роман Багадов менен беттешке Бишкек шаарында таярдык өтүп атам. Брефевси кыргыздын мушкерлерине эл аралык деңгээлге чыкканга жол ачып берди. Кыргызстанда аябай күчтүү боецтер көп. Алар мага бул ременди Кыргызстанга алып келгенге шык берет. У Немата очень сильные руки, очень хорошая стойка. Он бьет с обеих рук очень сильно. Но есть сила в его правой руке. Если он попадет, то это будет как удар кувалдой. Мен оң колум, бул менин ийгилигим. Куда халаса 23 июнда Кыргызстанга титул алып келем. Я знаю, что мой соперник очень характерный. Сейчас мы живем в Киргизии, и это очень характерные люди, которые живут в горах. Ну, вообще, по ощущениям, я думаю, что сейчас это примерно моя середина. Я наполовину раскрылся, и я хотел бы биться как можно дольше, примерно лет до 40-45, быть, возможно, самым возрастным чемпионом. Я всегда хотел быть лучшим, я смотрел на олимпийских чемпионов, на чемпионов мира, и я знал, что я один из них. Man been working really hard and really focused, so his first part of the camp was in Kyrgyzstan, like a straight condition, functional workout. He got like prepared really well, breathed amazing. So here was like a more specific things. We working with striking. He focused more on wrestling, lots of wrestling, perfect drills with high-level coaches here at Bali MMA. So I think Roman get ready like 100% and he will smash it. Элдер ар ким аркандай ойлой берет. Роман, сен мага даяр эмессиң. Сен өзүң барбагыңа ишенишиң мүмкүн. Бирок кандай болбосо мен сени нокаут кылам. Я знаю, что он очень сильно мотивированный, поэтому для меня будет важно выйти и просто проехать его, да, и не дать ему шанс. This is all about will, heart and determination. What a championship fight. June 23rd, Worlds Collide as two of the best featherweights take center stage in the Kingdom of Bahrain for the main event of Brave CF 72. Roman Bogatov puts his world title on the line against Nemat Abdrashitov in a clash of opposing styles, where the suffocating wrestling of the champion faces the raw KO power of the challenger. This has all the fixings of being an out-and-out war. Brave CF 72, Bogatov versus Abdrashitov. Tune in on the Brave TV app. Always gonna be a cornucopia.